хочу написать Андрею. Он мне подписан как друг. Спасибо тебе за все. Это прощальный стрим? Всем пока. Хороните или что, спасибо тебе за все, брат. Это пиздец. Я осуждаю. Он был мне другом. Он был мне другом. Да не ровните, я честно... Да. Спасибо тебе. Пора подключаться. Да не, пацаны. Нет, да ладно. Я хотел написать, не чмырите, мне похуй, что вы будете пиздеть. Спасибо за поддержку. Мне приятно было с ничего. И у меня воспоминания. Мне было приятно с ничего. Понимаю. Спасибо тебе за все. Спасибо тебе за все. Если ты рофлишь, но мне не за что сказать. Покажи. Ты написал? Да, написал. Вот. Ну, есть же текст, согласись. Вот текст. Вот. Он написал. Реально. Написал? А разве не за что сказать спасибо? Ну, мне есть за что. Но это мое дело, не ваше. Давайте берем. Мне есть за что сказать спасибо. Я все получил. Я все отработал. Что ты получил? Что я получил? Сидел и плакал, что у тебя все плохо. Ну давай не будем сидеть. Я решил написать. Я написал. Спасибо ему. Ты полгода сидел и ныл, что у тебя ничего нет. Тебя нахуй послали, а тут ты сидишь. Я нахуй не посылал. Он меня нахуй не посылал. Что ты несешь? Он на стриме сказал, что ты самый конченый, он тебя в ЧС кидает прям на стриме. Саня, он никогда не делал. И потом, потом сейчас все напишут, что я подстрекатель и пытаюсь тебя настроить. Ты отстаиваешь свою позицию, я свою. Я решил написать спасибо тебе за все. Ты же сам говорил. Подожди, я решил написать спасибо тебе за все. Я написал. Жить в мире, Саня, а завтра Миша в Гомеле. Ты считаешь, что нет за что написать за все? Хороший коммент. А ты считаешь, что нет за что спасибо сказать? Я считаю, что есть. Я отработал, я реально нормально получил. Да и пошло, Саня. Я не был в своей позиции. Саня красавчик! Я написал, пусть пишет. Красавчик, пацаны. Саню в Москву давайте Саня возьмем. Красавчик. Ну не надо бачить эту хуйню, нахуя ты этого делаешь? Ну, нахуя ничего, ты? Я написал, что я хотел. Пиши ничего, ты, читай. Андрюха, хочу сделать заточку. Пиши, что хочешь. Я написал, что я хотел. Я побыл, я получил, я уехал. Больше меня там не было. Ладно, оф таков, пойду подержу пока. Не, на 850 мы всех не забываем. Уже 927. Не, ну все пишут, что ты самый лучший красавчик и вырезал очко, а я оф. Я пойду посплю. Можно закрыть же, не? Все же легко и просто. Для тебя он самый лучший, я оф. Пойду посплю. На сегодня я отработал. Завтра посплю. Я не поеду, я просто написал спасибо. Рабочая смена. Кончик. Миша привычка с завода. А нахуя надо гореть? Ты стараешься кому-нибудь. Потому что ты пиздобол просто, ебаный. Ну все, суди за себя, нахуй. Ну я нормально получил, я нормально отработал, как я считаю. Какой неприятный человек, что случилось, Миша Митик. Почему ты такая дезмораль пошла, блядь? На каком моменте, что произошло? Почему его уже похоронили? Я не понимаю, с какого момента да. Началось? Кого именно? Ну, ты так говоришь, как будто его не стало. Катя, понимаешь? Подписалась на меня в ТикТоке. О, вы... Кто это? Что это? Просто на айфон? Айфонов пока не продаю, парни. Да, только двашки прошки, естественно. Я не буду никому писать. Ну, я захотел написать, написал. Каким бы мразью там... Есть за что сказать спасибо. За что? Че ты, за что? А че с трансляцией? А че нет? Ты его не. Только реально, спасибо, за что меня осуждать? Пишите каждый, кто хочет. Хочешь спасибо. Ты напиши спасибо, Андрюха. Ты я написал, а ты считаешь, что нет за что сказать спасибо? Нет, у меня, вот, Андрюха. Я ебашил, я получил. Не пиши сюда больше. Все, спасибо, Андрюха. А это не лучше. Заблокировать тебя его. Сейчас красиво. Да. У меня с тобой, говорят, нейтральные отношения. Мы с ним в Доте попались. Ну, что он такое делал? В Доте, прикинь, две катки попались. Че, он удалил диалог с тобой? Нет, вот. Нормально пообщались, порофлили над Катей, пацаны, прикиньте. Такая движняк была. Мел просит позвонить. Он еще на стриме мы это делали. Есть хуйня, я позитив. Есть за что сказать спасибо, есть. 29 лайков, ебать. Ты въебал? Сколько у тебя? А ты что, срубил? Нет, вот он полный вообще стоит. Я как бы ее подготовил. Да я подготовил на еще 29 лайков. Чел, нет, ты чел, я не чел. Не, ты чел. Ты чел. Я не чел, то ты чел. Я чел, то значит ты чел, реально.